Позади выступления уже половины участниц, и пока Кира Корпи лидирует, на второй позиции Юкари Накана, и на третьем месте наша Катарина Гербольд. Арина Мартынова на пятом месте. Это представительница Эстонии, фигуристка из Таллина Елена Глебова. 19 лет ей. На чемпионате Европы в Хельсинки она заняла, в январе, который прошел, она заняла 12 место. Хотя многие считали, что она вполне могла бы выступить лучше. То есть давно выступает эта фигуристка на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира. Рассматривал эту фигуристку как одну из соперниц наших девушек, но я думаю, что не обойдет она Арину Мартынову, ну и тем более Катарину Гербольд. Получился у нее достаточно уверенно, она выполнила каскад, тройной тулуп, двойной тулуп, но вот затем тройной сальхов у нее не получился. Ну и думаю, где-то она будет сейчас в районе седьмого места. Вот такое ощущение. Очень интересно послушать, что вот первая реакция тренера на выступление фигуристки. Но здесь так как-то обтекаемо отреагировала тренер Анна Леванди на свое выступление своей подопечной. То есть так, судя по всему, что примерно это она и ожидала. Ну вот каскад 3-3. Это, конечно, она за него получит хорошую оценку.
Это такой важный момент, потому что 3-2 и 3-3 это серьезно различаются. Может быть, я погорячился в таком случае, когда ее, так сказать, отправил куда-то в середину турнирной таблицы. Все-таки фигуристку эту хорошо знают арбитры. Давно она выступает. Вот, позади у нее уже 3 чемпионата мира, 4 чемпионата Европы, несмотря на то, что ей всего 19 лет. Пять чемпионатов мира среди юниоров она была участницей. Ну и последние 6 лет она лучшая у себя в Эстонии. Да, вот ее оценили совсем неплохо. Ну вот что значит каскад 3-3. И она на второе место выходит. 52,9.